Какой сюрприз ждет Зеленского в Соединенных Штатах Америки? Что угрожает Байдену и как накажут Илона Маска, Юрий Рашкин, общественный и политический деятель, а также депутат окружного собрания округа Рок в штате Висконсин, мой гость, я Ирина Узлова. Юрий, приветствую, рада видеть. Приветствую вас, Ирина, приветствую ваших зрителей и слушателей. Слава Украине! Героям нашим слава, пане Юрію, дуже дякую. Зеленський встретиться з Байденом 21 сентября, уже произойдет эта встреча. Конечно, мы с большим ажиотажем, но и с неким беспокойством наблюдаем, ожидаем, анонсируем и все полагаем, что же такого существенного мы можем получить, возможно, того, что изменит ситуацию на поле боя, возможно, приблизится вопрос атакамсов, потому что разные совершенно слухи, кто-то говорит, что это может наблизить передачу дальнобойного оружия, некоторые же пишут в медиа, что не услышим этого во время очередного визита, это уже, напомню, второй Зеленского в Белый дом. Что вообще говорят в Соединенных Штатах, какие ожидания и как нам так поступить, чтобы потом эти ожидания не разбились о реальность? С одной стороны, было бы, конечно, круто, чтобы Байден пригласил также Зеленского в Белый дом, подозвал его в овальном офисе, кабинете к столу, открыл там, значит, стол и показал маленькую бомбу, которая уничтожит всю вату вообще за раз. И вот это чудо оружия, которое мы все ждали, но мы еще Украине его передавать не будем, потому что Украина к этому не готова. Но это, наверное, будет в фильме. А реальность такова, что Соединенным Штатам нужно голосовать Конгрессу, Сенату, нужно голосовать за следующий пакет помощи. Как говорит советник по национальной безопасности Джейк Салливан, мы постоянно готовим Украине следующий пакет помощи и выпускаем их по разрешению президента. Примерно раз в две недели мы всегда работаем над следующим пакетом. Но просто нужно наблюдать, какая для этого обстановка, потому что, например, когда встречается Организация Объединенных Наций, то там говорит, что мы сейчас передадим невероятное чудо оружия нашему ближайшему союзнику. Это просто, ну, как бы не то место, где такие заявления делаются. Там говорят о том, как мы поможем голодающим во всем мире, и как людям нужно иметь доступ к свежей воде и свежему воздуху, и как над этим нужно работать. Это очень важные вещи. В принципе, не надо, так сказать, как бы придуриваться. Экология невероятно важная вещь. Но это не просто не то, видимо, за что Организация Объединенных Наций, видимо, считали, принимают. Так что, как бы, оставим их в покое. Они там занимаются, помогают людям, как могут, на, в общем, небольшими средствами достаточно. Потому что Соединенные Штаты, в общем, не всегда выплачивают свои долги, даже по членству Организации Объединенных Наций. Но это как бы наши с ней проблемы. Зеленский приезжает в Вашингтон. Зачем? Зачем он едет в Вашингтон? Чтобы проголосовали за 24 миллиарда новой помощи Украине. Все складывается к этому. Если голосуют за, то его поездка была успешной. Если его проголосуют против, то его поездка не помогла. Это все тут, в общем-то, достаточно однозначно. Говорить, что, ну, знаете, он сказал что-то, или он мог бы другое что-то сказать, или он кому-то улыбнулся, или он кому-то не улыбнулся. Все в конце будет суммарный эффект. Проголосовали все эти конгрессмены и сенаторы за новый пакет помощи. Ура, Зеленский, ура, Украине. А если не проголосовали, значит, что-то, значит, не так пошло. Возможно, это зависело от Зеленского, возможно, это не зависело от Зеленского. Но если не дай бог, 24 миллиарда будут, как бы, для того, чтобы это прошло, нужно сделать все, что можно. Если бы нужно было привезти, ну, я не знаю, не хочу никого оскорбить, Папу Римского, привезли бы Папу Римского. Ну, просто для того, чтобы, я имею в виду, понимаете, интересно, потому что хочется сказать, как бы, человека отстраненного, а Папа Римский оказался уже не очень неотстраненным от этой ситуации. Так что надо выбирать какого-то другого персонажа. Илона Маска. Нет, черт, тоже тут провалился. В общем, ищем какого-то незамешанного человека. Генри Киссинджер? Нет, тоже не тот. В общем, если бы нашли кого-то, то привезли бы, чтобы помочь Украине. Значит, Зеленский. А то, что объявление о новом виде оружия, когда будут атакамс, я думаю, в конце концов, об этом должны узнать русские на поле боя. Мы видим, что все движется к тому, чтобы Украина получила все то оружие, которое ей нужно. И очень важно, чтобы бойцы Украины
украинской армии, ЗСУ получили все то обучение, которое нужно, чтобы они могли не только управлять этим оружием, но при этом еще работать вместе с разными структурами армии, чтобы все это могло вместе функционировать. Но при этом, как сказал Блинкен, мы не будем говорить Украине, как использовать и где использовать это оружие. Как бы мы им будем помогать, чтобы они его правильно, видимо, использовали, на кнопку правильную нажали. Вот в этом смысле. А куда направлять? Это дело Украины. А Юрий, да, извините, что немного перебила, это просто очень интересный и важный, как с нашей стороны, момент, с нашей точки зрения, потому что ранее мы слышали наоборот предостережение, что нельзя использовать, ну, начиналось даже по Крыму, нельзя использовать по территории Российской Федерации. В эту фразу вложено уже то, что блоки, стопы и опасения сняты, и, по сути, дается добро и зеленый свет на то, чтобы мы использовали на ту дальность по тем военным объектам страны-агрессора, по которым мы считаем нужным, и даже не исключает возможности бить по территории Российской Федерации, ну или по временно оккупированным, так, тем более. И в связи с чем, как вы думаете, эта смена акцентов и разрешений была связана? Ну, в принципе, да, по России бить можно. Тут ничего зазорного нет. Это Украина делает каждый день. Мы это обсуждаем в новостях, насколько этот тот или другой налет дронов был успешным. И вопрос о том, бить по российской территории или не бить, это, видимо, тот вопрос, та ступенька эскалации, которую мы уже прошли. Но вот, например, о том, чтобы объявлять о том, что Украина получит новейшее, самое такое дальнобойное оружие, которое может бить в теории по территории другой страны, то тогда это, наверное, заявление, которое пока что не планируется быть сделанным, пока Зеленский в Вашингтоне. То есть, видимо, это бы считалось дополнительной ступенью эскалации, которую мы не будем таким образом проходить. Мы просто, так сказать, ведь не обязательно же делать главное заявление, что мы теперь, знаете, вот шампанское, бутылка, и мы, значит, перед Белым домом стоим, все собрались, Зеленский, значит, и Байден, и Зеленский на брудершафт, да, новый атакамс, Крым сейчас вернется. Опять, это для фильма. А для реальности нужно поддерживать хорошие отношения с ближайшим союзником, относиться к уважению к союзникам, это для всех союзников, и работать вместе, чтобы Украина победила, а Россия проиграла. И для этого нужна какая-то, значит, степень скрытности, и я думаю, что украинцы это тоже понимают. Просто вопрос в том, что считается, что допустимо. Мы видим, что Бербок уже говорит из Германии, что это их не особенно заботит, если происходят удары по российской территории, что, мне кажется, достаточно сильным заявлением с дипломатической точки зрения. Поэтому как бы мир продолжает меняться, потому что ВСУ как бы крутит этот мир в правильную сторону. И мы видим, что эскалация России – это встреча с Ким Чен Ином, что эскалация России – это те же атаки по мирным жителям, которые мы видели. Опять же, это не та эскалация, которая говорит свободному миру, даже не западному, а просто свободному миру, что с Путиным нужно договариваться. Это все говорит о том, что ситуация критическая, что Путина нужно уничтожать, что его режим опасен. И несмотря на то, что Соединенные Штаты не собираются заниматься сменой режима, мы то как бы из-за того, что Соединенные Штаты не хотят менять режим, мы все теперь, значит, помогаем Украине настолько, насколько это возможно, как можно быстрее в наших, видимо, как бы в то, что входит в наши планы. Иногда русские бегут быстрее, чем кажется резонным. Мы иногда к этому не готовы. А иногда они сражаются дольше, чем мы были к этому готовы. И нам вот сейчас говорят, что уже будет производить там 100 тысяч снарядов вместо 14 тысяч снарядов. Так что количество боеприпасов в месяц, то есть количество боеприпасов, которые Соединенные Штаты производят, будет расти. Ведь этих атакамсов тоже не лимитированное количество. Они все расписаны по каким-то целям, они все учтены. И они все должны прилететь и уничтожить что-то, потому что, ну, извините, мы не просто, так сказать, бросаемся. У нас все тут по списку, по расписанию, дорогое оборудование. Это все Конгресс должен голосовать. Это же все, понимаете, все связано. На деньгах, при этом не деньгах, как сумма выражения, там, я не знаю, мы все продажные, а то, что за все нужно платить.
Знаете, не просто как в России, когда один человек владеет всей страной, и после этого то, чего он делает, ему все равно какая цена за это, хоть там 500 000 погибнет, хоть 1 000 000 погибнет, ему абсолютно без разницы. А в свободном мире есть последствия, за это нужно, за все нужно платить, за банкет нужно платить. Поэтому все это происходит, но поэтому мы все это видим как бы движение, но это выглядит по-разному. Вот это одна из тех вещей, которые меня беспокоят, и я не вижу просто способа, ну, кроме как об этом говорить. Насколько вот разница в мышлении между человеком, который вырос на постсоветском пространстве, и человеком, который к этому не имеет никакого отношения, который смотрит, ну, как бы, вот у нас бюджет, у нас проблема, Россия, нужно решить, сколько мы сейчас можем на это отправить в бюджете. Это такой, знаете, не самый человечный способ существования, но на самом деле он дает намного больше свободы индивидууму, чем диктатор, тем авторитарное государство. Поэтому это, конечно, плюс, но это не самое, как бы так сказать, это не небеса и не идеал, потому что хотелось бы, чтобы все эти атакамсы уже были использованы, уже бы разбомбили и Путина, и чтобы как бы... Вот интересно, вы знаете, мы вот говорим, что Путин отмороженный, Путин не понимает, Путин не снимает ногу с педали газа этой машины по дороге в ад. Но вот интересно, как бы до него можно было бы достучаться, что в этой коробке осталось такое, что вот функционирует. Видимо, просто вот страх, видимо, вирус на самом деле. Он боится вируса больше, чем кого-либо. Потому что мы видим, как он, вот просто сколько этих двойников, тройников, четверников было в Северной Корее, потому что мы видим, что когда они жмут руки и обнимаются, ну, явно не тот. Потому что когда говорит с микрофонами, которые там на расстоянии, как у нас говорят, там 6 футов, там, наверное, больше, там, я не знаю, несколько метров. Это, наверное, настоящий Путин. Так что, знаете, ценности другие, и это тяжело объяснить, но я просто рад, что мы как бы об этом говорим. Потому что Украина победит, и атакамс будут, и как бы искать конспирологии здесь не нужно. Тем более мы с вами не единожды говорили о том, что на самом деле решения в Белом доме и в администрации, и в Конгрессе, они не принимаются вот так за 2-3-4 дня или за 2-3 часа, что это все планово прописано в рамках последовательной помощи, последовательном предоставлении пакетов этой помощи. Действительно ли это так? И, возможно, уже этот вопрос на самом деле решен. Просто публично мы его не услышим. Ну и 21 сентября так тем более, а решается все заблаговременно. Да, и тут просто, мне кажется, что это часть той эскалации, которую Белый дом не хотел бы делать, публичного заявления. Угу. Ну, хорошо, да, пусть они избегут. Вот этот момент мы им простим. Хорошо. Угу. Хорошо, да, действительно. А потом уж будет, потом будет фильм и шампанское, и все вместе с этим. Администрация Байдена убеждена, что в Конгрессе США существует, продолжает существовать, переформулируя двухпартийная поддержка для продления финансовой помощи Украине. Об этом говорит упомянутый нами уже сегодня Джейк Салливан, советник по национальной безопасности. Он уверен, что на основе наших консультаций, говорит, на капиталистском холме, мы считаем, что обе палаты продолжают поддерживать продолжение финансирования, потому что, честно говоря, и республиканцы, и демократы, отмечает Салливан, признают, что США не могут в своих личных интересах, не говоря уже о моральных обязательствах, которые мы имеем, оставить Украину в этот критический момент, говорит Салливан. И он также утверждает, что на фоне этого критического момента и будет происходить поездка президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Америки. Некоторые наши эксперты, Юрий, все же говорят, что чем ближе выборы, тем больше будут разногласия между некоторыми республиканцами и демократами касательно объемов и необходимости предоставления нам поддержки. А вы рассудите, пожалуйста, кто прав, Салливан, который говорит, что будет двупартийная поддержка, или некоторые аналитики, которые опасаются, что этот момент может как-то разбалансироваться? Ну, во-первых, нужно отметить, что господин Салливан слегка лукавит, когда он говорит о нашей моральной ответственности. Он ведь не советник президента по моральной ответственности. Он советник президента по национальной безопасности. А это слегка другая вещь. Поэтому, когда он говорит, что у нас есть моральная ответственность, я понимаю, что это последнее, к чему он, ну, приходится прибегать, когда ничего другого не осталось. А то, что происходит между республиканцами и демократами, это говорит о том, что было
было понятно уже несколько лет назад. Во-первых, то, что самая главная угроза Соединенным Штатам – это не снаружи, это не Путин, это не Китай, это мы внутри можем сами себя вот таким образом уничтожить намного лучше, чем кто-либо другой. Потому что мы так далеко, у нас и океаны, и соседи хорошие, и все у нас хорошо, но мы можем абсолютно друг друга разорвать на части, потому что вот мы сейчас погрязли в такой политической борьбе, когда у нас один человек с достаточно сильной харизмой и неплохими связями в Кремле захватил власть в одной из двух главных партий. И поэтому, несмотря на то, что Украина как бы, ну, выглядит абсолютно очевидной жертвой агрессии, у нас появляется все больше и больше политиков. Сейчас уже говорят от 70 до 80 конгрессменов, когда там нужно... так, надо посчитать голоса, простите. Но, в общем, 70-80 – это достаточно большая часть, с одной стороны, республиканской фракции, а с другой стороны, это маргиналы, потому что если взять весь всю нижнюю, ну, не нижнюю, они, опять же, там, средняя палата, whatever, палата представителей, и собрать и демократов, и резонных республиканцев, то, конечно, достаточно поддержки для Украины, и Украина получит всю поддержку, которую она может получить. Проблема в том, что спикер палаты представителей республиканец, у него одна такая сила как бы есть, осталась, он выбирает, что ставит на голосование. И если он не решит что-то поставить на голосование, то это как бы его сторона может таким образом выиграть, не ставя какой-то законопроект вообще на голосование, зная, что они проиграют. И поэтому он пытается там сбалансировать, пока его едят со всех сторон. И он, знаете, когда вот цитирую, помню, Маккарти сказал, что мы не дадим Украине чистого чека. Я думаю, это было столько месяцев назад. Очень за это надо. Столько всего изменилось у него в голове и в жизни. Он ведь говорил, что он не будет начинать импичмент proceedings, процедуру импичмента без голосования. А потом пришлось изменить точку зрения, и он ее начал просто по своему решению, как он имеет право. Но, как он говорил и про Пелоси в прошлом не раз, она не имеет права, не может этого делать, и это, в общем, нарушение демократических норм. Ну вот, пожалуйста. Так что он виляет, и что там произойдет, если он в какой-то момент решит, что ему нужно поставить это на голосование для обеих партий, потому что безопасность Соединенных Штатов важна для него. Все-таки он, на самом деле, мне кажется, больше уважает безопасность Соединенных Штатов, чем Дональд Трамп. Что тогда он, значит, наберет голоса оттуда, оттуда, и это пройдет, и все будет сделано. При этом он заявляет, что чего вы так на меня ополчились, любой бы человек на моем бы месте себя вел таким же образом. Он пытается сейчас провести какие-то мини-бюджеты, мини-финансирование, то есть что-то протолкнуть, чтобы страна могла функционировать, он оставался у власти, и его самые безумные не разбежались. Но в конце концов, мне кажется, что мы сейчас видим... Знаете, я думаю, история просто отметит роль президента Байдена как невероятного какого-то вот примера. Он пример для страны, как нужно заниматься политикой, как нужно вести себя своей семьей, потому что то, что у него сейчас происходит с сыном, это бесчеловечно. И я думаю, что любой родитель, поставив себя на место Джо Байдена, просто бы взвыл от того, что происходит, но он дает системе проработать свою семью, чтобы показать, что система важнее человека. Это просто невероятное самопожертвование, на который он идет. Я понимаю, что люди сейчас могут хихикать и хохотать, поэтому, но все равно не нашли ничего, что связывает Джо Байдена с Хантером Байденом. Ну, не нашли и не нашли. Но все равно импичмент движется вперед. Да. Потому что политика важнее. Потому что, как нам тут же сказали, почему начался импичмент? Потому что Трамп его потребовал. И когда вот Конгресс Соединенных Штатов может сделать такие необоснованные действия, потому что один человек этого потребовал, это ставит в большую опасность любой другой желание этого института проголосовать, как, например, помощь Украине. И это важно для нашей национальной безопасности в Соединенных Штатах Америки. Но у нас есть политическое движение, которое пытается доказать, что мы уже Украине помогли. Украине уже достаточно. Хватит уже. Нам нужно заниматься своими проблемами. Было бы хорошо, если бы люди из постсоветского пространства очнулись и поняли, что Трамп не помогает
помогает Украине. И когда он, знаете, вот это просто... Он сделал заявление, что как же это... Украина вообще... Я так люблю Украину. Так люблю что-то. Это вообще яблочко моего глаза. Он заявил в каком-то интервью. Думаешь... Чего? Потому что он делает такие противоположные заявления, а действия его говорят очень однозначно о том, что он будет делать то, что помогает Путину. Ну, как бы было бы хорошо, если бы русскоязычные в Америке говорили Джо Байдену, во-первых, и к демократам вы правильной дорогой идете, а во-вторых, идите дальше и быстрее. Но вот, знаете, не доживу, сказал Господь Бог и зарыдал. Да, иногда тише едешь, дальше будешь. Одно неизменно всегда у Трампа. Он говорит, что за 24 часа бы закончил войну. Понятно, что отдав бы все наши территории Путину, договорившись с ним только на его, на путинских условиях. О процедуре импичмента, если говорить детальнее, Джо Байден не удивлен. Говорит, что просто знали они, что хотят объявить импичмент, поэтому так и случилось. Намерены этой процедурой остановить, в частности, работу правительства. А какие плюсы себе Трамп и те, кто продвигает вот эту его инициативу, могут от этого действительно заработать? И какие риски это ставит и для внутренней ситуации в США, да и для внешней, и для нас, помимо уже нами упомянутых, ведь мы с вами видим, что вот так могут и внутренние, и внешние волны сойтись, и в девятый вал просто таки обращаться. Знаете, я бы на это посмотрел тогда, наверное, с двух колоколен, как минимум. С демократической и с республиканской. Mm-hmm. С республиканской у них ситуация, когда у их главного лидирующего кандидата в президенты большие проблемы. У него легальные проблемы, его... 4 криминальных дела, более 90 пунктов обвинения, улики, свидетели, суд, который будет проходить во время избирательной кампании. Но это типа позора и малоприятно. Как бы все ваше грязное белье будет как бы вот так вывешиваться прямо перед тем, как люди будут идти и голосовать. И после этого люди будут все равно идти и голосовать за Трампа. Мы достаточно уверены в том, что, так сказать, избирателям, республиканцам это все по боку. И это будет выглядеть еще ужаснее для общих выборов, когда просто все американцы посмотрят на это и скажут, вау, до чего скатилась эта партия, это, значит, какой-то позор, кошмар. Значит, нужно что-то делать. Можно, конечно, долго говорить о том, какой ужасный Байден, но как бы, ну сколько, люди уже устали, ну, старенькие, но все равно вроде лучше Трампа, окей. Хорошо, вот, вы знаете, у Байдена, у Трампа были импичменты. О, давайте устроим Байдену импичмент. Есть доказательства, нет доказательств. Ну, знаете, это все политика вообще, это просто политика. Поэтому давайте устроим наш политический театр, и дай бог избиратели как бы простят нас. Значит, теперь следующий месяц, несколько месяцев мы будем говорить о том, как бы копаться в том, какой Байден и Хантер Байден, и Джо Байден. Люди будут думать, что это вообще одно имя, Джо Хантер Байден. И это будет как-то нам поможет. Может быть, как бы таким образом люди подумают, что все такие плохие, и можно проголосовать или, ну, не обязательно поддерживать демократов, они тоже ужасные. Или такая, знаете, очень важная для Трампа как бы не, момент. Для него нужно постоянно, как для мафиозного босса, видимо, чтобы люди все время подтверждали, что они все еще с ним. Нужно еще кого-то убить. И еще нужно за кого-то проголосовать. Нужно еще раз ударить по Украине. Нужно еще раз что-то сделать. И вот этот импичмент, это будет для них возможность доказать, что они с Трампом. И интересно, что с точки зрения... Вот это как бы такая, так сказать, ситуация у республиканцев. С точки зрения демократов, это просто... Ну, знаете, с одной стороны, позор республиканской партии, потому что они решили прыгнуть, в, как бы дёготь и обваляться в Перу, как, знаете, вот такой, вот это, такой значит, ну, и, как бы показать себя полными, несостоятельными людьми, которые, ну, просто вот, ну, не могли не пройти мимо и не прыгнуть в это болото под названием импичмент Байдена, потому что им Трамп сказал. Для демократа это мокрая мечта, потому что сейчас нам будут, теперь эти республиканцы доказывают, насколько они и избирателям доказывать раз за разом, каждый день, насколько они несостоятельны, а потом на выборах они за это расплатятся. И это очень нервирует очень многих республиканцев. Например, республиканский конгрессмен из Колорадо, Кен Бак, сказал, что это просто все, что... Значит, что у
него какая была цитата? У него была цитата, что он сказал: «Я вообще, говорит, давно фактов не слышу от своих однопартийцев. Они говорят о том, что президент виновен в том, что у него плохой сын, но сам он виновен только в том, что он отец». Это говорят республиканцы. И когда они понимают, они же понимают, что это выглядит ужасно перед избирателями. Поэтому для Трампа так важно выиграть, чтобы этих выборов больше не было. Поэтому вот, вот такая система с импичментом. Но набрать голоса в палате представителей, так сказать, на первом туре, возможно, даже и удастся. Но после этого эта идея погибнет в Сенате. И вот тут только вопрос в том, найдутся ли достаточно разумных республиканских конгрессменов, конгрессвуменов, которые подумают о своем будущем и скажут: знаете, ну, недостаточно улик и доказательств. Я просто для меня. И проголосуют, ну, за то, чтобы убить эту идею импичмента. Или те, кто скажет: знаете, если я проголосую, каким-то образом это будет выглядеть, как я голосую за Байдена, то меня избиратели Трампа, мои однопартийцы, съедят на следующих выборах. И поэтому они могут, оказывается, почувствовать, что у них нет выбора. Конечно, у них есть выбор. Они могут уйти в отставку, они могут отказаться голосовать за то, что не имеет смысла. Но эти люди, которые говорят: я боюсь потерять свою избирательную должность по разным причинам, возможно, после меня придет еще более большой. А возможно, вы знаете, никто не будет избираться от республиканской партии, если это будет приличный человек. Это вообще, знаете, Ирина, большая проблема в нашей политике, которую я наблюдаю на нашем местном личном уровне. Когда появляются трамписты, когда появляются маргиналы и экстремисты, которые делают из всего большой спектакль, да, то хорошие люди теряют интерес к тому, чтобы этим делом заниматься. Вот это очень опасно. Потому что хорошие люди нужны в политике, в правительстве, потому что мы не можем просто полагаться на тех, кто согласился. Поэтому вот такая у нас ситуация с этим импичментом. Я думаю, что Байдена как бы по-человечески жалко, но они готовились к этому. Демократы знали, что это идет, что у республиканцев им придется спрыгнуть в этот обрыв. И они, значит, как только выступил Маккарти с объявлением того, что начинается импичмент, демократы выпустили документ на 16 листов, где они уже все к этому объявили. Они уже все было подготовлено. Они ждали этого. А более того, трампист, конгрессмен Мэтт Гейтс из Флориды заявил, что это вообще он был очень недоволен тем, как это сделал Маккарти, потому что к такому заявлению, он говорил, нужно было готовиться, а не просто так с бухты-барахты. Что нам говорит о том, что на Маккарти в конце концов надавили, и он вышел и сказал то, что от него требовались. Вот еще один заложник, который потом становится пособником. Ну, таких шоуменов хватает не только в Соединенных Штатах, в разных вот этих проблемных, которые спектакли привыкли организовывать. Это для многих стран распространенная проблема. К большому сожалению, ну, такие они, политические клоуны, иногда бывают. В аналитическом материале на сайте CNN Закари Вулф пишет, что как раз вот проблемы с Хантером, с проблемы с импичментом, а еще одна проблема, широко распространенное мнение о том, что 80-летний политик слишком стар, это будут два самых больших вызова для Джо Байдена, которые могут нанести политический урон, ущерб для его репутации. Но в то же время он говорит, что не видят и никого моложе, и никого другого кандидата от демократов, избирателей Байдена. А действительно ли вот эти проблемы станут для него самыми глобальными? И насколько может этот политический ущерб немного сделать не таким ярким помощь именно Украины, которая происходит от администрации Байдена? Ну, во-первых, из того списка, который вы огласили, там не было Украины, что говорит о том, что... И на самом деле я буду только рад, потому что Украину не нужно втягивать в американскую политику. Когда мы говорим, что мы что-то поддерживаем на двухпартийной основе, это говорит, что республиканцы и демократы за, и из этого не нужно делать какую-то мишень на... Это не выигрышная тема, таким образом, на выборах, потому что она не разделяет, она, наоборот, объединяет нас. Поэтому тогда нужно говорить о каких-то других, более, значит, controversial идей. И идея с тем, что у нас президент, которому 80 лет, который избирается на второй срок, это, к сожалению, с одной стороны, ну, как сказать, это и к сожалению, и к счастью, ситуация, которая создалась обстоятельствами. Уже в 16-м году Джо Байден, Барак Обама сказал: слушай, дорогой, ты уже пожилой, Хиллари, вот она к этому рвется всю свою жизнь, давай дадим ей, у нее самый хороший шанс, давай.
И Джо Байден, будучи резонным человеком и логичным человеком, посмотрел на себя, посмотрел на Хиллари Клинтон и сказал, ну, видимо, у нее самый хороший шанс так и быть для команды. Плюс у него в семье, так сказать, болезни, и там не было, это было не то время. После этого прошло пару лет, Хиллари Клинтон проиграла, Трамп оказался президентом. После этого вообще было масса всего, и очень многих людей в Соединенных Штатах, включая Джо Байдена, всколыхнуло то, что произошло ралли Ку-клукс-клана и всех белых супремасистов в Шарлоттсвилле, в Вирджинии. И это произошло в 2018 году, и после этого, к тому моменту, многие люди ведут свой отсчет, когда они как бы проснулись, потому что увидели белых людей ночью с факелами в сегодняшней Америке. Мы от этого отвыкли, очень отвыкли. И люди встрепенулись, и Джо Байден сказал, знаете, нужно избираться, потому что я центрист, я тот человек, который может сплотить эту страну против той угрозы, которой является Дональд Трамп. И он был прав. Потому что у Джо Байдена оказался тем человеком, который смог победить на выборах. Не надо забывать, я не дам никому забыть, что благодаря Питу Буджиджиджу, который был мэром небольшого города в Индиане, в самый решающий момент гонки, когда выглядело все так, как будто Берни Сандерс будет представлять интересы демократической партии. И несмотря на то, что, возможно, и я, и Пит Буджиджидж ближе даже к сенатору Сандерсу, чем к Джо Байдену, Пит Буджиджидж понял, что Джо Байден выиграет, а Берни Сандерс может проиграть. Mm-hmm. И поэтому он поддержал Джо Байдена, и Джо Байден стал кандидатом. И он выиграл благодаря помощи от женщин, благодаря помощи от нашего цветного, черного, коричневого, любого населения. И все вместе, эта коалиция Байдена победила коалицию Трампа. Сейчас, когда мы говорим на следующие выборы, мы опять выбираем не самую вкусную конфету, а мы выбираем ту конфету, которая выиграет на выборах. И сильнее кандидата, чем президент Соединенных Штатов Америки, у Господа Бога нет. Поэтому у нас другого лучшего, сильного, уверенного кандидата с хорошим, очень хорошим послужным списком. Ну вот просто, как бы, как сказать, энергия у него, возможно, не та. Не бегает он с той скоростью, как 40-летний Буриджедж. Ничего, бывает. Главное, к тому же, надо понимать, что очень важно, чтобы Байден выиграл. Меня меньше волнует, и я думаю, что все демократическое общество намного меньше волнует, если Джо Байден доживет до конца своей второй каденции. Да, Камала Харрис не подарок. Да, она человек, который может, возможно, поставить под сомнение шансы демократической партии на следующих выборах, потому что ее коалиция на самом деле не такая сильная, как коалиция Джо Байдена. Но, возможно, если Джо Байден уйдет после своего переизбрания, и у нас будет 3-4-2 года, чтобы увидеть Камалу Харрис, и мы увидели, что она шикарный президент, например, то тогда ее шансы бы намного улучшились бы на следующих выборах, и тогда мы бы смотрели на 4 года позже. Посмотрите на всех этих республиканцев. Они ведь всегда думают не просто потому, что какой Джо Байден плохой, какой Джо Байден хороший. Они думают, а что происходит в 24-м, что происходит в 28-м, нужно ли думать о 32-м. Это люди, которые рассчитывают свою карьеру на годы вперед. И у губернатора Калифорнии еще яркое, достаточно впереди замечательное будущее. Гэвин Ньюсом вполне может быть даже, возможно, не следующим, а через следующего президента. Возможно, это будет демократическая гонка в 32-м году, когда это будет Ньюсом против Буджиджиджа. У демократов очень много квалифицированных, хороших людей, но мы понимаем, что по квалификации, по возможности успеха, лучше всего шансы у Джо Байдена на данный момент победить на ноябрьских выборах. Это главная задача, потому что остановить Трампа и не дать Трампу пробраться в Белый дом, потому что он не будет ждать, он не будет разминаться. На первой конденции у Трампа, у него там были, как бы он еще раздумывал, там были взрослые в комнате, которые постепенно эту комнату покидали. Тут этого момента не будет. Тут взрослых уже близко не подпустят. Это будут просто, я не знаю,
Да, кремлевская администрация Трампа. Поэтому американцы это четко понимают. Даже если русскоязычные считают, что Трамп поможет Украине, слава богу, эти русскоязычные не влияют на погоду. Они могли бы помочь Украине поддерживать демократов. Ну, они хотят ей как бы таким образом показать американцам, что они безумные, потому что когда русскоязычный может сказать по-английски что-то, о, Трамп бы очень помог Украине, то американец думает, человек с ума сошел, новости не смотрит. Потому что это одно, знаете, поддерживать, жить здесь и поддерживать Трампа. Бывают такие. Другое, это уровень еще ниже, это поддерживать Трампа, при этом жить в Советском Союзе и в США. Вы как бы видели диктатора, и все равно поддерживаете этого человека. И третий уровень, это считать, что Трамп еще поможет Украине. Это вот американцы до такого еще не дошли. Они, по крайней мере, считают, что мы уже... Если они поддерживают Трампа, то они считают, что мы уже достаточно помогли Украине. Ну, давайте разбираться, друзья. Прекрасно. Спасибо, что вы помогаете нам разобраться. Юрий, очень всегда познавательно. И еще один вопрос на окончание нашего разговора. Не могу, конечно, не спросить. Всю неделю это обсуждается. Там все так запутано. Читала я и фрагменты книги Айзексона, которая должна выйти о маске, и его отмазки. Отмазки от маска. Назовем это так. Там... Это хорошо. Да, так получилось. Комитет Сената Соединенных Штатов проведет расследование касательно отказа Маска предоставлять Украине доступ в Starlink, когда операция могла быть чуть ли не решающей. Да, возле Крыма, но в то же время он же такой, он бизнесмен, он, наверное, ничего не обещал в тот момент и Пентагону, в то же время он гражданин Соединенных Штатов Америки. Насколько вот это расследование, оно может быть чревато для Маска, как вы полагаете? Что мы вообще должны понимать на данной стадии об этой истории, его демарша? Ну, во-первых, уточним, что Илон Маск, несмотря на то, что он гражданин Соединенных Штатов, так же, как и я, он натурализированный гражданин, то есть он родился в другой стране. Он родился в Южной Африке, поэтому, слава богу, президентом США у него стать шансов при нынешней конституции, шансов у него нет. Да, я думаю, он хотел. Во-вторых, я вспомнил, что я не упомянул Хантера Байдена. А если мы говорим о республиканской башне, то как можно забыть про Хантера Байдена? Так вот, когда мы смотрим на президента бывшего, у которого столько криминальных обвинений, а теперь, и смотрите, и у этого президента, ну, правда, не у него, а его сына, но зато такие обвинения, у него пистолет был незаряженный 11 дней, когда у него не было права на это, и все те, кто за свободу владения оружием, считают, что этот закон неконституционен и противозаконен, и Верховный суд будет разбираться, и, возможно, отменит этот закон, но пока что надо попытаться повесить за это Хантера Байдена и, при возможности, его папу. Так что просто, ну, как бы не будем забывать про несчастного Хантера Байдена, который не вызывает у меня, как бы, ну, мне жалко всю семью, потому что была семья, жена погибла, дочь погибла, сын погиб, один остался живой сын, у него проблемы были с наркозависимостью, и теперь оппозиция сделала из этого главную ключевую тему, кроме возраста, на выборах. Ну, в общем, так, окей, Хантер Байден, хорошо. Так вот, Илон Маск, наш дорогой. Знаете, я думаю, почему меня так много спрашивают про Илона Маска? Потому что здесь, ну, как бы, ну да, богатый человек, да, показал себя, купил этот Твиттер, непонятно почему. Знаете, когда богатые люди делают такие тупые, принимают решения, они как бы, ну, видимо, у человека какая-то, так сказать, тонкая кожа, он не в состоянии, его критикуют, он решил купить просто всю газету. Это такая старая, ну, это просто очень дорогая газета, и при этом он, ну, абсолютно зависит от того, что люди пишут, а он просто запустил всех. А теперь там правые экстремисты и все, и люди смотрят на этот экс с большим подозрением. Да, журналисты продолжают на эту помойку ходить. Жалко. Но вот это институт журнализма, журналистики, который, мне кажется, я Илона Маска давно забанил в его же эксе. Так же, как и Дональда Трампа. Потому что еще Владимир Путина забанить. Это же глупости какие-то. Но, понимаете, тем не менее, почему, мне кажется, на него так смотрят? Потому что в обществе, где так важна личность, как, например, Владимир Путин, это Россия, то такое ощущение, что какой-то супер такой, какая-то личность может людям как-то повлиять на них просто силой своей личности. А нам наплевать. Ну, нам абсолютно наплевать. Ну, говорит Илон Маск, что он за Путина, мы так... Интересно, ну, движемся дальше. Мы, чтобы менять свою точку зрения из-за того, что Илон Маск что-то там считает? Да близко нет. Есть и...
которые считают, что деньги – это самая важная вещь в мире. Им надо, ну, как бы, это вопрос для их психотерапевта. А такие люди могут интересоваться Маском. Я надеюсь, что люди, которые, как бы, понимают, что, например, национальная безопасность Украины важнее денег. Ну, вот это, мне кажется, достаточно должно быть понятно, очевидно. Но вот Илон Маск считает, что деньги – это для него главный проект. Он собирает себе свою, строит свою империю из этих денежных знаков, и он является таким влиятельным, как бы своим богатством он нам должен что-то доказать. Поэтому ситуация странная. Насчет его биографии получается тоже неплохо, потому что человек, который написал его биографию, написал очень неплохие биографии. Я читал его биографию, он Леонардо да Винчи или Стив Джобс. И вот тут он такой интересный момент, потому что, с одной стороны, ну как бы, знаете, как можно выбрать Илона Маска и ошибиться для такой биографии? Такая личность. Но, с другой стороны, выясняется, что, возможно, это он как бы не такой значимый персонаж не потому, что он такой хороший, а потому, что он такой нехороший. И это как бы, знаете, ведь он же еще живой, поэтому его история продолжает писаться. Так же, как про Майкла Джексона можно писать большую книгу, но пока у него не стало, мы не знаем, какие еще ужасы он может, так сказать, его могут обвинить. Поэтому этот Илон Маск, то, что он, знаете, помогал Украине, ему Пентагон за это хорошо платил. Не то, чтобы он это, так сказать, он в какой-то момент это делал за бесплатно, потом он перестал, ему тут же стали платить, потому что это было важно. Ну, знаете, тогда иногда продукт предлагается за бесплатно в начале, чтобы подсадить людей, так сказать, все это нормальные бизнес-практики, этика, мораль здесь ни при чем. Так что то, что сейчас им решили заняться в Вашингтоне, на самом деле это очень-очень хорошо, потому что о чем говорит то, что один человек может так повлиять на национальную безопасность одной страны? Да, да. Он может таким, значит, образом, каким-то образом, возможно, повлиять на национальную безопасность Соединенных Штатов. Это недопустимо. Это недопустимо. Потому что вся власть должна быть у политиков. Мы не дадим, чтобы кто-то у нас... И у военных, и у профессионалов, а не у какого-то там богатенького человека, который сидит и планирует о том, как он будет летать на Марс. Плюс, так сказать, это, знаете, вопрос в другом. Вопрос, сколько пройдет времени, пока Маск не начнет сотрудничество с Северной Кореей. Потому что Северная Корея как раз очень хочет вырваться в космос. Северная Корея очень хочет, чтобы у них были ракеты, которые могли долететь до Соединенных Штатов. Да, я надеюсь, и я могу доверять Илону Маску, когда он говорит, что я гражданин Соединенных Штатов, я буду помогать этой стране, я ничего другого не... Ну, а вдруг ему предложили какой-то шикарный дел в Северной Корее и обещали, что не будут стрелять по Соединенным Штатам, а только по Японии. Но он же не гражданин Японии, ему наплевать. Поэтому, понимаете, тут очень много... Это опасная история, которая говорит о том мире, в котором мы оказались, когда у одного или небольшого количества людей может быть так много власти. И поэтому для меня Илон Маск, все его заявления являются проецированием менталитета диктатора, где вы должны послушать главного. Ну как же вы не слушаете главного? Ну что ж с вами такое-то? Вы же деньги, понимаете, деньги важны. Вот он больше всех заработал, значит, он главный. Слушайте его. А мы в демократии, извините, слушаем собственный карман. И мы думаем, что нам улучшает ситуацию, кто нам помогает, чтобы получить работу, чья политика, какого президента помогает нам улучшить нашу жизнь в нашей стране. Поэтому, когда Илон Маск и Путин и Трамп начинают друг друга восхвалять, они просто себя как бы очерчивают как три, которые сидят в одном загоне. И мы все это понимаем. Большое спасибо. Спасибо еще раз. Трамп сказал, как хорошо, что Путин меня поддержал. Ему сказали, вы понимаете, там убитые, дети похищенные, все вот это. Ну да, но он меня похвалил, и он такой гениальный политик. Вот, знаете, так что Илон Маск решил вписаться в эту ось зла 21 века, когда вместо у нас не только страны, но у нас еще и личности, которые решили все на этот шомпол надеть. Посмотрим, кто, так сказать, расчехлится следующим, потому что путинскому режиму всегда нужны как бы такие послы, посланники, которые не как официальные, а как бы от чистого сердца, хотя мы все понимаем, что чистого сердца не бывает, потому что мы говорим по-русски, то вот такие люди типа Илона Маска всегда будут нужны.
Не он, так следующий. А если им нужны будут деньги, сказали, что, например, Илон Маск не занимал у России. Да, но он занимал у Саудовской Аравии. А что это? Они все эти нефтяные ребята каким-то образом не влияют друг на друга. Смотрите, у нас сейчас цены на бензин опять повысились, и это может повлиять на нашу политику. Так что тут мы видим, что как бы маргиналы, как я их называю, когда, так сказать, личности пытаются сражаться против всех нас остальных. И это то, на самом деле, о чем говорил Берни Сандерс. Когда есть 99% нас, и есть 1% они. И вот это 1% они, если это глава, это правящая семейка в Саудовской Аравии, или правящая когорта в России, или Илон Маск. Все вот эти маргиналы, это то, что пытаются, они пытаются нам доказать, что это нормально. Нет, они фрики. Они большие фрики, и мы это видим. И мы эти все риски тоже учитываем, и как говорит семья Маска, что в нем уживаются ипостаси Джекила и Хайда, ну вот все равно 99%, особенно те, кто на стороне добра, побеждают все вот такие ипостаси. Юрий, благодарю вас от всей души за сегодняшний разговор, за то, что вы нам приоткрываете завесу и объясняете все то, что происходит в Соединенных Штатах и как это влияет, в частности, и для нас это очень важно. Благодарю, до новых встреч. Спасибо вам. Юрий Рашкин, общественный и политический деятель из Соединенных Штатов Америки, просто-таки был со мной, Ирина Узлова, и мы вас благодарим, друзья, что вы были с нами, что вы выбираете, доверяете и слушаете. Надеюсь, что удается вам узнать новое из наших программ. Поставьте, пожалуйста, лайк, если вам понравилось, пишите свои комментарии, откуда вы нас смотрите, почему и какие темы вам интересны, да и свои мысли тоже по этому поводу. Читаем, отвечаем, анализируем, принимаем к сведению. Берегите себя, верьте в вооруженные силы Украины. Победим!